Сегодня у этих джентльменов контрольная тренировка перед вторым открытым городским турниром по боксу. Сразу несколько спортсменов готовятся к защите титула, завоеванного в первом этапе соревнований. Дополнительный стимул – новые пояса. Их дизайн специально обновили. Мы добавили нашу жемчужину – это Байкал. Также добавили герб города Иркутска – Бабар, а памятник Якову Пахабову перенесли слева. Бороться за такой пояс в весе до 75 килограммов будет братчанин Денис Михайлов. Он защищает титул. Денис – массажист. Это дает ему преимущество. Ведь все плюсы и минусы своего тела он знает лучше многих соперников. Благодаря профнавыкам Денис без труда вышел на ринг после нескольких лет затишья. У меня был перерыв очень большой, 13 лет. Я даже в парах не стоял. То есть, как бы я тренировался, да, ну, там, качался там немножечко. Ну, физкультурой, можно сказать, занимался и все. А здесь случай представился, как бы вернуться, ну, уже не профессионально, в любительскую лигу. То есть, и поэтому, как бы, сейчас защита просто пояса будет. Титульный бой будет и у леди. Для них сделали специальный пояс. За него в категории до 64 килограммов поборются две иркутянки. Кроме поединков, за главный приз пройдут рейтинговые. В них боксеры смогут повысить свой уровень для участия в следующих турнирах. Кроме иркутян, на ринг выйдут спортсмены из Улан-Удэ, Тайшета, Братска и Слюдянки. Все они здесь не только ради новых побед. Турнир будет благотворительный, и все вырученные средства с продажи билетов пойдут на благотворительность. Это в один либо детский дом, либо какому-то ребенку, а также, возможно, это будет какой-то из питомников, либо те, кто непосредственно помогает животным. Второй открытый городской турнир Лиги джентльменов пройдет в это воскресенье, а в конце года организаторы планируют подвести итоги и выберут лучших. Не за горами и следующие соревнования. Их планируют посвятить Дню защитника Отечества. Александр Гаврилов, Юрий Рябчиков. Новости сейчас.